рабочий день начинается. Я посещаю дежурного по депо, забираю у него все, кассеты, ленты, бланки с предупреждениями. Прихожу к себе в кабинет и начинаю, регистрирую кассеты, потому что машинист обязан сдать все. Раскладываю ленты и разлаживаю все предупреждения. Смотрю на бланках записи, потому что машинист, если что-то в пути случается, он должен помечать. В депо я уже 11-й год, начинала нарядчиком, а потом уже перешла в расшифровку. Здесь, да, и интереснее, и ответственности больше. Да, интересно. Среднее специальное образование, и на месте тебя уже старшие коллеги обучают. У нас как бы не обучают расшифровщиков, нет такой специальности в вузах нигде. Но все на месте. Ну, благодаря, конечно, нашим инструкторам, которые с большим стажем машиниста, которые опыт побольше, с ними мы в одной команде, они нам подсказывают, если что. Татьяна Николаевна Кульга. Я очень ей благодарна. Она меня взяла под свое крыло. Пусть она и моложе меня, но благодаря ей я входила в курс дела. Обязательно должна внимательность. Потому что это лента, это хотя бы кассета-клуб, это надо внимательно смотреть. Это что машинист едет, и я проезжаю с ним полностью это все. Надо быть очень внимательным, сосредоточенным. Надо в голове, вот если ты едешь по одному направлению, надо в голове уже сопоставлять все скорости. Все, поэтому внимание, сосредоточенность. Это мощная комплексная структура такая. Это сотни профессий, которые между собой взаимосвязаны, без которых дорога, даже без одной профессии она бы и не смогла. Мы все одно единое.